тебя специально супергеройский заброшу в кино. Девчонка мама читает на финальный флешмобчик, чем близко на розыска, подвернуть лука. Что такое? Извините, строго. Ребенок делал день, у девочки делали его. 2 часа. Мамы, пускай не беспокоятся, что у ребенка заболит горло, потому что наружу это просто консистенция, хотя его уже можно есть. Белок – это тот белок, который мы называем швейцарской мерендой. Это меренда, которая заварная и которая не сырая. Опять-таки, мамочки, вы будете довольны, вы можете не переживать. Сейчас я замерю этот рекорд и буквально через несколько секунд объявлю вам его длину. А кто хотел бы сразу, как сискаемся? Ага. Ребята, хлопцы, сискаем ущербы.